Существует в Омской области добрая спортивная традиция. Ежегодно в декабре на протяжении 26 лет в областном центре художественной гимнастики собираются сильнейшие спортсменки России и зарубежья. Мемориал заслуженного тренера СССР Галины Горенковой за время своего существования вырос из межрегионального в престижный международный форум. В разные годы на омском ковре блистали олимпийские чемпионки Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Лейчук, призеры олимпиад Яна Батыршина и Ирина Чащина. В нынешнем году участниками соревнований стали представительницы 23 российских регионов, а также Болгарии, Белоруссии и Казахстана. Всего свыше 150 спортсменок. Это турнир, который стал великой традицией для всех нас. Турнир, который дает хороший шанс тем, кто стоит в самом начале спортивного пути. И колоссальный опыт тем, кто уже стремится к наивысшим наградам и достижениям. Галина Горенкова подготовила за время работы более 30 мастеров спорта. Среди ее воспитанниц – заслуженный мастер спорта СССР, трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Галима Шугурова. Я должна сказать слова огромной благодарности областной администрации, которая всегда помогает в проведении этих прекрасных, замечательных соревнований. Нашим юным гимнасткам я желаю удачи, зрителям получить удовольствие. Каждую спортсменку зрители встречали бурными овациями и поддерживали, независимо от региона или страны, которую она представляла. Но с особым восторгом приветствовали, конечно, лучшую спортсменку планеты – омичку Евгению Канаеву. Шестой по счету последний турнир, который состоялся в этом зале. Уже в конце декабря свои двери для гимнасток распахнет новый суперсовременный специализированный центр олимпийской подготовки, который возводится по инициативе правительства Омской области и который сможет принять гораздо больше желающих заниматься и любоваться художественной гимнастикой. Это будет радостное событие, и уже новый центр приютит и, я думаю, обогреет замечательный мемориал Галины Павловны Горенковой. Планируется, что назван новый спорткомплекс будет в честь нашей знаменитой землячки Евгении Канаевой. И это не случайно. Женя на протяжении последних лет с блеском прославляет наш регион и страну на самых престижных спортивных форумах. Как и год назад, судьи мемориала Горенковой высоко оценили мастерство Канаевой в международной программе индивидуального многоборья. Второе и третье место в соревнованиях заняли болгарская гимнастка Сильвия Митева и белорусская Арина Шарапа. Во всероссийских соревнованиях по программе мастеров спорта все медали на счету омичек – Марии Мальцевой, Анастасии Рожковой и Кристины Кирковой. В состязаниях кандидатов в мастера спорта первенствовала омская гимнастка Анастасия Кадочникова. Серебро на счету чемпионки Азии 2011 года – спортсменки из Казахстана Алии Асымовой. Бронза у еще одной омички Анастасии Ткаченко. В командном зачете впереди первая и вторая сборная Омской области. На третьем месте – Красноярский край.